Всем доброго времени суток, друзья. Сегодня я пришел на пляж. Ну, я не купался, тут ничего не делал. Просто вот у нас выпало небольшой перерыв. Сегодня пятница, еще рабочий день. Вот. Но я все равно решил привести родственников, чтобы они отдохнули, погуляли хотя бы один часик. Это важно, важный момент. Вот. Значит, у нас тут выход и выезд на лед запрещен. Вот, сегодня 2 декабря. У нас примерно погода плюс 10 или плюс 8. И как себя чувствуют животные или там птицы, каких я, как я обычно их снимаю, интересно посмотреть. Погода все равно, вот несмотря на то, что здесь плюс 8 или плюс 10, не знаю, все равно чувствуется, возможно наступит зима. Люди уже не делают никаких прогнозов, просто живут. То есть интересно наблюдать вот за всем. То есть в каком плане люди больше ничего не прогнозируют, это уже никому не интересно. Ну, выпадет завтра снег, ну будет хорошо, не выпадет — ничего плохого из этого не случится. Подул холодный ветер, хотя на самом деле он по сравнению с зимой, ну, ощущение такое, что октябрь не закончится, или там кусок ноября. У нас чуть-чуть было снега, кропалик буквально там, и все. Пойдемте посмотрим, понаблюдаем за птицами. Может быть, кто-то еще здесь есть. Потому что акватория, понятно, еще не замерзает. Значит, кто-то есть. Пойдемте посмотрим. Вот такая у нас сейчас погодка. Такое ощущение, что зима не наступит никогда. Вот. Мы бы очень этого хотели, потому что народ привык. Вот. Ну и вот там вот вдалеке я уже вижу какую-то группу. Давайте подойдем поближе, настроимся и понаблюдаем. Все, я подошел. И сейчас мы посмотрим, кто же у нас есть тут. Ага. Так. Посмотрим группу крайнюю. Кто там? Ух ты! Это наши чайки. Да? Это чайки-хохотуни. Суровые. А озерных чаек не видно. Вот так они двигаются, красавчики. Это одна группа, да? Еще вот две пары. Солнце нам сейчас, облачность маленькая, и мы можем хорошо нам солнце освещает. Мы можем хорошо снимать. Далеко, то есть это предел. Так, а кто же у нас затесался? Вон туда вон. Необычное движение вот тут вот. Хочу посмотреть, кто это. Ага, это все-таки утка, только темная. Почему она темная? Это не утка, а у нас чайка. Но она темная. Непонятно.
Ух ты, как она. Что-то она делает. То ли перья смазывает, то ли нет, такой вот. Вот так вот она двигается. И она почему-то одна. Ага. Так, ну это чайки, да? А теперь, друзья, посмотрим, что там на неожиданно на противоположном берегу. Вот эти вот железки, торчащие из воды, это трап в ожидании зимы. То есть это зима. Это клуб моржей, и они каждый год ставят этот трап, чтобы ходить в воду, то есть делать прорубь. А вот это, друзья, утки. Но мне уже на тот берег не хватает. Но утки есть. Их немного. Да, вот один, два, там сколько, четыре, пять, шесть. Ага, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Так, ну где-то, да, это небольшое, где-то штук 20 их. По сравнению с Сосновкой, где мы снимали в прошлый раз уток, которых было штук 70, там целое это. Вот такой вот у нас полет красивый. Вот. Грибок нам помешал. Ну, собственно, ничего такого больше мы не видим. Вот такой вот незатейливый сюжет. Ну, другого, как бы, или как, другое сложно ожидать от зимы. То есть, несмотря на то, что вот все есть, пожалуйста, вода, рыба, все есть, но птицы улетели и занялись, ну, они живут в своем круговороте времени и сезона. Чайки подозрительно здесь остались, но они как бы и зимой, не знаю, надо в этом году еще раз понаблюдать, непонятно. Они просто мигрируют. Утки здесь, хотя утки и зимой в полыньях двигаются. Ну а других птиц, даже маленьких птиц я не вижу, маленьких. То есть часть из них в городе, ну все наши синички разные там, дятлов нет, никого нет. Ну все, все, друзья, надо искать, переживем зиму. У нас сейчас начнется сезон с внуком. Я надеюсь, что мы пойдем делать новую кормушку в парке и поможем нашим пернатым друзьям. Все. Всем пока.